В России внезапно арестовали заместителя министра обороны Тимура Иванова, человека, чрезвычайно близкого к министру обороны Сергею Шойгу. Тимур Иванов занимает пост замминистра обороны с 2016 года, а до этого он еще 3 года возглавлял подчиненный Минобороны «Оборонстрой», а также работал в правительстве Московской области, когда этой областью руководил Шойгу. То есть вместе с Шойгу он работает уже более 10 лет и является именно его ставленником. Тимура Иванова обвиняют в получении взятки, хотя совершенно очевидно, что дело не только в этом, потому что все высшее руководство России чрезвычайно коррумпировано. Это вообще не секрет. Всем известно, что все российские министры, высшие руководители давно являются долларовыми миллиардерами. И это, повторюсь, знают все, и российская оппозиция, и российские патриоты. Мы помним, как регулярно критиковал Министерство обороны России Евгений Пригожин. Но когда он говорил о коррупции, все кончилось тем, что взорвали самого Пригожина. Но ни у Шойгу, ни у его заместителей никаких проблем тогда не возникло. Поэтому дело, очевидно, не просто в том, что человек Шойгу коррумпирован, а то, что воровство в российском Министерстве обороны достигло совсем уж беспредельных масштабов. Без одобрения Путина арест столь близкого к Шойгу человека был бы невозможен. Поэтому арест Тимура Иванова означает практически признание провала команды Шойгу и признание провала СВО на самом высшем уровне. Потому что если бы все шло по плану, как постоянно утверждает Путин, то заместителя министра обороны следовало бы наградить, а не сажать в тюрьму. Чистки на высшем уровне в Министерстве обороны России – это такой признак отчаяния и злости. Это признак того, что грызня в окружении Путина усиливается, а она усиливается из-за того, что что-то идет не так. То есть их явно не устраивает ход событий. Они понимают, что ситуация развивается не в лучшем для них направлении, по худшему сценарию. Потому что когда все хорошо, такой грызни не происходит. Когда все хорошо, не начинают друг друга жрать группировки в окружении Путина. Под большим вопросом теперь и будущее самого Сергея Шойгу. Потому что арест его ближайшего сподвижника, арест его заместителя – это либо последнее китайское предупреждение для Шойгу, либо признак начала конца и признак того, что и сам Шойгу в скором времени может быть либо отправлен в отставку, ну, либо чего похуже, то есть может вполне разделить судьбу своего заместителя Тимура Иванова, а то еще и объявят каким-нибудь украинским шпионом. В России это любят. В любом случае, процессы в России идут сейчас крайне интересные, крайне необычные, поэтому будем за ними наблюдать. Людей, присевших в позе орла в сортире, быстро стаскивал шапки и бежал. Женщин, женский туалет бегал. Двухметровое чего, даже не могло на серьезное преступление пойти. Женщин грабил. Женщин. Ничтожество просто. В эфире программы главного российского пропагандиста Соловьева внезапно вспомнили про Януковича. И вспомнили отнюдь недобрым словом. Собравшиеся в эфире спикеры, среди которых были в том числе и бывшие соратники Януковича, презрительно смеялись над ним и пинали его как только могли. И вы не поверите, в конце концов пришли к выводу, что Янукович тоже был фашистом и русофобом. Я вспоминаю события в моем родном Запорожье при Януковиче президенте, партии регионов при власти, да, которая там самая пророссийская сила и так далее, как нам рассказывали. Книжная ярмарка в центре города Запорожья, в самом центре, продается книга некого там Василя Шкляра, ну, то есть, вот, был большой скандал на эту тему и так далее. Книга была полностью пропитана русофобией, и это все как поощрялось и рассказывалось. От негодяй! Российская пропаганда убеждала, что он пророссийский, агитировала украинцев за него на выборах голосовать. И тут вдруг, спустя 10 лет, после того, как Янукович вообще убежал из Украины, внезапно открылось, что он тоже поощрял русофобию. Вот эта книга Ющенко и другие бандерлоги, ей
премию Шевченко, как бы там выставляли. И мы Виктору Федоровичу четко донесли, ну, Януковичу как президенту, что подобные книги не могут получать государственную премию. На что он только в ответ хрюкнул и никак эту схему не поломал. Да? Просто нет слов. Они доносили, писали доносы на украинские книги, а Янукович в ответ только хрюкал и никак не реагировал. А еще профессор. Но это, друзья, была только присказка. Самое смешное началось дальше, когда заговорил Соловьев. И в студии зазвучало такое, чего про Януковича даже на Майдане люди стеснялись говорить. Вы сейчас про кого? Янукович это который? Витька Шапка? Да, Витька Шапка, совершенно верно, да. Или пилотка, не знаю, что он там на голову одевал. Идеологией занималась. Не, ну который ходку получил. За то, что с людей, присевших в позе орла в сортире, быстро стаскивал шапки и бежал. Женщин. В женский туалет бегал. Двухметровая, чего? Даже не могло на серьезное преступление пойти. Женщин грабил. Женщин. Ничтожество просто. Если бы можно было перенестись на машине времени в 2013 год и показать в Украине вот это видео с вот этими заявлениями, им бы аплодировал весь Майдан. Да, тот самый Майдан, который они сейчас такой лютой ненавистью ненавидят. Кстати, непонятно вообще, а в чем тогда их претензии к украинцам, которые выходили протестовать против режима Януковича. Ну, если они сами признают, что Янукович это двухметровое ничтожество, там чмо, которое грабило женщин, ну, так украинцы тоже так думали. Так в чем тогда претензии к украинцам? Ну, понятно тогда, чего на Майдан выходили. Что вам не нравится? Чего вы в Майдан-то тогда ругаете? Правда, есть один нюанс. Вот как раз во время Майдана тогда все вот эти люди ничего подобного про Януковича не говорили. Тогда как раз наоборот, их совсем не смущало, что вот это, как они говорят, да, теперь двухметровое чмо, которое грабило женщин там и так далее, находится у власти, и они его всецело поддерживали, несмотря ни на его криминальное прошлое, ни на что другое. Все эти люди тогда были на стороне как раз Януковича. Яркий тому пример – гость студии Игорь Марков. Для тех, кто не в курсе, в 2012 году Игорь Марков прошел Верховную Раду и вошел во фракцию партии регионов Виктора Януковича. И, как вы понимаете, никакое двухметровое чмо, грабившее женщин, на тот момент его совершенно не смущало. Ой, вообще, у украинцев какой-то талант выбирать все руководители. Прям большой талант. Вот это сейчас особенно смешно было. Вся российская пропагандистская машина во главе с Путиным сначала в 2004 году, потом в 2010 году убеждала украинцев выбирать именно Януковича, а его оппонентов, соответственно, уничтожала, называла там фашистами, демонизировала до крайности и так далее. Мы все это помним. И теперь сам Соловьев, который тогда за Януковича топил, ругает украинцев за то, что они Януковича выбрали. У Яника было две ходки, сколько? Говорят, три. Да, три говорят. Говорят, три. Одну вычислили. Три. Но авторитета так и не был. Да каком авторитете? Он козлом был.